Здравствуйте! На часах 8 утра. Это значит, открылись избирательные участки. Сегодня, 18 марта, выборы президента Российской Федерации. День, когда важно выполнить свой гражданский долг, проголосовать за будущее страны. Кроме того, хочу напомнить, что сегодня в округе пройдет ряд мероприятий, каких расскажем прямо сейчас. Сегодня на всей территории Люберецкого округа работают 165 избирательных участков. Среди них один временный, который расположен в ЛРБ номер 2. Все штабы начинают прием граждан с 8 утра и до 8 вечера. Помимо этого, сегодня с 10:00 и до 16:00 рядом со всеми избирательными участками будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Также в Люберецком округе для учеников общеобразовательных учреждений и их родителей с 11:00 пройдет физкультура. Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья». А заодно участники и гости мероприятия в возрасте от 6 до 70 лет смогут сдать нормативы ГТО. Адреса школ, где будут проходить соревнования, смотрите на официальном сайте администрации Люберецкого округа в разделе «Новости». Также 18 марта в рамках проекта «Комфортная городская среда» жители 72 регионов будут выбирать общественные площадки для благоустройства. В Люберцах на голосование вынесены 4 адреса. А также на многих участках планируются концертно-развлекательные программы. Мария Антонова, телеканал ЛРТ.